Вместе с исполняющим обязанности губернатора Вениамином Кондратьевым фронтовики возложили цветы к бюсту великого полководца. Руководитель региона с ветеранами почтил память погибших минутой молчания. После торжественная колонна прошла к вечному огню. Здесь собрались сотни горожан. Ветераны, школьники, казаки, военные. Все с цветами в руках и георгиевскими ленточками на груди. Многие приходили с семьями. Вместе с собравшимися цветы к вечному огню в память о погибших возложили и политики. Войну советских бойцов вспоминали во всех знаковых местах. Вениамин Кондратьев прошел в колонии от вечного огня со всеми собравшимися. Венки возложили на могиле братьев Игнатовых, которые участвовали в освобождении Краснодара от фашистских захватчиков, и у памятника советским воинам.